Ну что, будем? Краба осталось чуть-чуть, поэтому советую краба и мидии. Мы мидии будем? Краб будем? А карточки как чего у вас тут? Ну вот крабы мидии давать. Мидии вот порцию, а краба сколько осталось? И, ну нам по одну порцию мидии и вот краб сколько осталось? Ну вот за 600 берите, там 400 грамм краба, картошка и соус. Да нам 500, за 500 хватит. А за 500 там 300 грамм. Хватит нам, да? Ну давайте за 600. Да, ради 100 рублей, а грамм больше. Ждем наш заказ. Так как Яны не был на юге, мы сегодня решили, я же должна что-то ребенку тоже куда-нибудь сводить. Правда? И мы решили, она согласилась пойти вот в мидии на один. Ждем мидии. И что, Ян? Крабы. Не знаю. Только что-то стол трясется. Микрофон, естественно, я, как всегда, все взяла дома. Ждем. Так, Леша показывала, там, что мы заказывали. 10 минут сказали ждать, вот ждем. И лимонадик. Они сегодня с Тимофеем с Викой ездили в парк, попали под дождь, нам бы еще не попали. Он сам принесли. Они так же сам приносили. Он в общем, ребят, такой поднос нам принесли. Крабу я ела давно-давно в детстве. Как будем его есть, не знаем. Соус вот, наверное, в этом. Соус, ой! Картошка фри, мидия. Для краба... Что, сырками есть? Я еще не знаю, мы еще ни разу таких вещей не ели. Вилочку ничего? Нет, руками я. И вот этой палки, их есть вот этой штукой. Первый раз такую пробуем. Ну и как я? Сильно. Ну я вообще мидии люблю. А куда сходить? На поднос туда. Какая-то ножка, смотрю. Ну к чему они, наверное, прилипают? На Волге выложили все мидии. Вот, Яна, а ты вчера будешь на озере были? Ну, я жемчуг искала. Ну, как? Нормально. Вот это неинтересно. Он холодненький. Думаю, он такой есть. Вот я ломаю ножку. Он даже не сказал, что есть. Он вот надкусываю, где-то накусываю одну ногу. И вытаскивай. Слушайте, картошечка прям к мидии самое то, да? Вот. Вот это вот вытаскивается. А тогда откусывать губами? Он ножницами. На. Да, это достану. А нужно что-то сказала дать? Конечно. А поднос? Ну, спросим. Ну что, вот такое у нас сегодня было. Я надела. Искали мидийную. В Нижнем Новгороде. Отошли они там. Меня. Вот от лица не сфотографировал под носом. Миша отослал бы. А, дай походу поесть. Я не буду сейчас. А, ты же перчатки. Перчатками. А это что, здесь можно? Да, там сам попал, это можно.
Я почему? Понимаю. У китайцев мы все рываем в банке. Попробуй-ка тут справиться. Да? Говорить некуда. Мы с музыкой. Авторские права. А здесь нету. А на ютубе можно изменить это. Ну, настроить голоса. Ну, вот клешни холодные, а мидии горячие. Мясо. Вкусно, конечно. Вот эту клешню. Смотри. Сейчас с нее. Ян. Давай попробуем делать клешню. Жмезить будем долго, оказывается. Много, да, заказчика? Сколько он у тебя вышел? 1070. Но здесь были теплые блюда, кажется, было получше. Да-да. Вот так вот. Кстати, сколько? 700 рублей краб. А на юге килограмм... 600. Смотрите, 600 рублей. А на море мы ни разу не покупали килограмм раков 1200-1500. Вот 600 рублей и наешь. Но это, конечно, не раки, а крабы. Но все равно. У раков там мясо послаще. Меня не пили. Мне то, что с картошкой, прям вот реально нормально. Не ломай. Берешь мидию, макаешь ее. Куда? Ну. Куда открываешь. И? И? Вот так кладешь. Вот так берешь, открываешь. Вася, ее. Не хватит только. Ты в рот. Вы чувствуете себя как вкусно. Она здесь еще где-то бургерная, но я так и не видела, где она.
хотели купить черничный лимонад, но он стоит слишком дорого. А сколько у нас? А? Да. А что ты не хочешь? Ну я с тобой, там я смотрю сколько. Клешня только одна, вот эта большая. Похоже Супица. На крабовые палочки. Ладно. Мы доедаем. Это очень длинное видео. Вот такой очень вкусный мукбанг. Спасибо всем, кто с нами был. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Пока-пока.